Приветствую, друзья! Сейчас с вами вместе посмотрим бой, который проходил на проекте Wolfram. Если вас интересуют данные игры и тоже хотите поучаствовать, то ссылку на Discord проекта я оставлю в описании. Сейчас небольшое отступление, что-то полез я в папочку, куда видосики у меня скидываются. Смотрел, перебирал, что лежит, что душа желает сейчас сделать, что не желает, что-то перебрал. И вот наткнулся на этот ролик, и я почему-то думал, что я его заливал. С момента игр почти полтора месяца прошло, полез на YouTube, смотрел на YouTube в записях, ничего нету. Но опять же, я почему-то думал, что в какой-то момент я его сделал и залил. Вот, ну, нет-нет, поэтому делаю сейчас его. По описанию миссии идет так, что на пути следования нашего батальона союзная авиация была уничтожена колонна вражеской армии. И оставшиеся в живых отступили на восток. После авиаудара началась песчаная буря, которая помешала разведке с воздуха, поэтому силы, которые двигались в сторону колонны, им будет необходимо проверить само место бомбежки, и после чего уже по информации выдвинуться на восток и проверить уцелевших. Ну, если таковые будут, то зачистить их для того, для победы. Вот, как-то так. Ну и, как я уже сказал, синяя сторона у нас будет представлять атаку, а красная оборона. Единственное, что плохо было, была буря, поэтому какой-то общей картины снимать, как вы поняли, не получилось. То есть в основном это будут что-то типа около такого среднего-ближнего боя. Вот, старался, летал, снимал. По классике, ролик получился на час, поэтому я старался максимально все лишнее как-то обрезать, ну, чтобы было покороче. Вот, надеюсь, ничего не пропустил. Ну, добавлю, что 8 дней я ничего не выкладывал. Зашел, посмотрел специально. Ну, у меня, в принципе, все по классике. Это работа, семья, лень. И вот еще играем мы в World of Warcraft, поэтому как бы руда сама себе не покопает. Персонаж сам по себе не прокачается, поэтому еще иногда там вот залипаю и сижу. Вот. Так что любой пункт выбирайте. Почему я роликами не занимаюсь? Ну, когда как, бывает лень, да. Настроение еще тоже. Вот. Ну ладно, что-то мы залипли на этом. Приятного просмотра, да, и по возможности время будет, буду ролики дальше делать, материал есть. И по возможности, ну, когда будет возможность, да, и стрима запускать. Ну, как показывает практика, что-то ролики лучше смотрят, чем стрима. Поэтому будем смотреть, решать, что да как. Все, всего хорошего и увидимся с вами. Давайте, пока-пока. Отрабатывают как с РПГ, так и со стрелкового оружия. То есть нас сейчас вот воюет эта группа. Слева у нас, слева видим небольшое продвижение. Силы растянулись, растянулась как оборона, так и атака. Растянулась как оборона, так и атака. Одна из машин атаки прям на самом краю находится. Так, надо понять только танк. Танк находится, ну, БМП. БМП находится у нас с этой стороны. Как раз где накрыли группу. Сложно сказать, насколько она хорошо видит, но... Ага, уже три. Троих. Троих потеряли в этой деревне.
Все-таки снарядом может сюда и попасть. Наверное, тебе в пустыне плюс воевать, что нету травы, вот этой назойливой, которая тебе мешает обзор тебе закрывает, когда ты высовываешься, ты только чуть высунулся, и сразу на фоне пустыни можно увидеть, есть силуэт какой-нибудь на песке или нету. Стычки с двух сторон, как я понимаю, возможно, пытаются БМП навести. У атаки есть средство ПТРК, но оно стационарно, его нужно ставить на упор. Вот, это вот работает АГС. Ну, АГС МК-19, по-моему, это вот. Перелет идет. Нужно раскладывать, прежде чем стрелять. Работает БМП сюда. Блин, может по машине попасть. По-моему, он его задавил. И второго задавил. Это прям над машиной снаряд от БМП прошел. Да, два пулеметчика было. Было два пулеметчика. Жалко. Так, группа атаки до сих пор пока в деревеньке находится. Все, отступают. Оборона отступает отсюда. Это АГС там заливает с той стороны, судя по звукам. Поставили противотанковый комплекс. Я, сложно сказать, технику, что ли, видит, получается. Она мелькнула. Красиво разглядели. Это было красиво. Жалко, нельзя привязку прямо на снаряд сделать. Либо чтобы камера прям с такой же скоростью двигалась, было бы, конечно, поинтереснее за этим наблюдать. Блин, Бэху выбили. Это было довольно-таки серьезное подспорье под атаку, с учетом того, что у них против нее особо так ничего и не было. Но вот недостаточно ландшафтом укрылись они. И снаряд прям зашел. Снаряд прям зашел.
тут получается в спине у атаки находится отделение обороны, причем их довольно-таки много. Они пока не подозревают, хотя судя по разрывам с этой стороны, как это, гребни этого песчаного. Все, ориентируются. Тридцать на 15. Атаки в два раза больше, плюс сожгли БМП, конечно, будет нелегко. Да, с другой стороны, можно уйти в триггер, да, забиться в эти дома и уже прям тут воевать. Попробовать хотя бы хоть еще как-то поразмениваться, но... ПС. Просто обороны не так много, и особо какими-то кустами не спрячешься, лесами. То есть, как только ты выглядываешь из-за... Как только ты выглядываешь, тебя видно, и все, тебе огонь открывают. Сейчас еще машинка может подло в спину заехать. Все, не решилась она. Ну, конечно, может, еще увидит. Ей бы прям вот секунд бы на 15, наверное, пораньше бы. Все, отступает оборона. Остается тут небольшая группа. Остается тут небольшая группа от обороны, 3 человека. И тут пока идет перестрелка, больше похоже, что атака друг по другу пока садит. Ну правильно, что народу еще много. Кстати, 29 на 14, было 30 на 15. Осталась небольшая группа. Сейчас, наверное, прятаться пойдут. Ой-ой-ой-ой-ой. Говорит, вижу. Вижу, они уже перебежали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. РПГ. Граната. Чуть-чуть не хватило. И, как понимаю, они когда перебегали, они не поняли, что их заметила атака. Вот, слева направо перебегали, ну, в общем, и атакующие шли уже вот за этот гребень, уже проверять их, и вот увидели. То есть машина шумела внизу, РПГшник смотрел вниз, а справа от него пехота по вершинке уже начинала бой с ними. 29 на 11. Все, рассаживаются по домам.
остается 25 минут играть. Сейчас вопрос, сколько осталось АГСа в технике. Можно будет по домам позаливать, где пехоту увидит. К-19, надеюсь, еще есть. Но если нет, ну, придется тогда уж так штурмовать. Есть первые потери для атаки, но это тут тяжело. Нужно либо сильнее растягиваться и как-то пытаться прям проходить, либо вообще вот в низинку спуститься и уже начинать так атаковать. Ну, либо максимально противника задавить, чтобы можно было спускаться. Отрабатывают труп по домам. Уже есть две потери. Также есть потери со стороны атаки на том же холме. Душат оборону, блин, их не так много. 27 на 8, прям численный перевес довольно-таки солидный в атаке, но вот им еще нужно подходить и... Ну, либо сейчас они издалека основную массу перебьют и просто по потерям победят. Ну, либо уже надо заходить и штурмовать. Пока вот. Пока вот только вот такими вот дальними перестрелками. Далее с ПТРК пуск. Вот пытаются, скорее всего, дом сложить.
тут в спине еще и машинка находится, которая постреливает. Ну, неприятно все равно. Нервирует. Видим, что атака уже заходит именно в триггер. Оборона непосредственно центр заняла. Еще с этой стороны объезжают их. Ну, будем смотреть, как будут дома штурмовать. Не знаю, там трубы, подствольники, что останется, в окна закидывать. Главное, чтобы были готовы. +7/8. Пока ничего не поменялось. Постепенно подтягиваются силы. Несется, блин, смотрите на нее. Ля какая. Чисто ралли. Машинку, как я понимаю, сожгли одну. Да. Мы с вами все пропустили. А, тут вообще дом прям рухнул. Мотик! Был расстрелян в спину. +25/5. Ну, не такие серьезные потери, конечно, атака понесла за это наступление. Тут и там по чуть-чуть, там по чуть-чуть. Оборона начала сыпаться. Ну, опять же, можно отчасти сказать, что из-за того, что БМП потеряли вот на таком месте, почти на ровном, что вот она до конца вниз не съехала, пролететь, конечно, могло откуда угодно. Думаю, наверное, еще двоих где-то убьют. У обороны, ну максимум троих, и атака победит.
Группа прикрытия находится, смотрит за перебежками. Может, и противника получится накрыть. Но осталось их не так много. Осталось их не так много, и синие подступают. Блин, с какой стороны смотреть, блин? +5. Пока пытаются дойти, несут потери. Ну, понятно, из окна проще стрелять, смотри в какой-нибудь коридорчик маленький, да и напуливай туда. Это же еще искать надо. Скорее всего, наверное, с этой стороны как раз штурм и будет. Заходит здание. Снизу атакующий, сверху обороняющийся. Ля какой. Ля какой. Ну все, вот чуть-чуть появится, тут огонь сразу откроют в этот проем. Покинул пост отсюда, и там противник в это время прошел. Тут прям. +5. Вот эти 5 человек. Там, ну, человек 7 атака пока точно потеряла, пока вот пытаются до них дойти. Плюс еще друг по другу стреляют они. То есть как минимум человек 10 они уже потеряли, пока вот пытались воевать. Правда, в обороне уже четверо остается, прям вообще на тоненького. Но уже можно сказать, что размен вот под конец неплохой пошел, но я как понимаю, еще по своим атака стреляла друг по другу.
И все сидят. Да тут, конечно, если он по кошка посмотрит, прям троих расстреляет. Ну, слушай, ну как услышали, взяли, перебежали. Еще одного красного убили. Наверное, еще сейчас одного убьют в обороне, и все точно закончится тогда. Стремно, блин, тут, блин, выходишь с одной пули, умираешь, конечно, стремно штурмовать. Ой-ой-ой-ой-ой! Все, наверное, это конец. Но все равно неплохо, да? Вспомним, что при атаке где-то было 27 их, что ли. А осталось 8 против 2. То есть очень много народу потеряли.